Всем привет, ребят, с вами я Артём, хочу вам показать, как муи-мури размножаются. Я сегодня проснулся, хотел посмотреть, как мои муи отдыхают, как все хорошо вчера, вот, и сегодня тоже. И сегодня смотрю, что матка отложила яйца, это значит, вот, ребят, вот она. Во, видите? Вот. Вот. Тут очень, штук 40 или 30 штук яйца, такие маленькие яйца. Вот, тут большие, вот. И вот. И это значит, что манка чувствует себя отлично, и никакого комфорта нету. Это значит, все хорошо, я не переувожнял. Вот, видите? Вот. Вот у нас. Вот. Где? Вот. Вот она матка большая. А вот он с яйцами. Вот. Давайте я скажу, как мы ему домики. Вот здесь они кушают. Вот, видите? Здесь они кушают иногда. Вот здесь они отдыхают. Здесь у нас запас корма. Здесь я вот поставил вот здесь тунчику. Как? Вот так вот прикольно. Вот здесь я клубничку поставил, да, мы с вами купили, вот, но самое главное, что вот здесь они, как бы, мусор, вот здесь мусор, я не понимаю, может, это у меня мало муравьев, надо было подождать обивки еще несколько дней, чтобы они, все нормально, но здесь мусорка, и все. Все, и нету мусора, только вот здесь чуть-чуть мусора, и все, ну, это кожура. Вот здесь почти нету. У меня следующий видос, я буду убирать эту штуку мусора. Также вот крышка. Я каждый день открываю по 15 минут открываю, чтобы муви воздуха. Вот видите? Ну тут мало, конечно же, это муви мало. Здесь они очень много, здесь мало. Это очень нормально. Вот. Мне ферма понравилась. Я очень доволен со своей покупкой, с днем рождения. Вот, давайте я скажу, что я бы не сказал, тот распаковочку, вам нужно здесь наливать мини, вам нужно наливать 6 или 8 миллилитров воды. И также, также вот здесь штука, вот штука, только по 3 миллилитра, не давайте 3 миллилитра сразу, что у вас будет... Очень плохо у вас будет здесь вода, просто вот по 3 миллилитра подождали, заварили чайку, потом еще, потом покушали, потом еще вот там и до 6 миллилитров или 8. Вот. Давайте я скажу, я фотку даже прикреплю, как мои жнецы яйцами. Сначала яйца, потом личинки, потом куколки. Сейчас и на экран выведу. Вот мы видим. Развитие моего жнецов. Сначала идут яйца, потом личинки, потом идут куколки, и за куколок может самец, рабочий или муиная матка. Вот так вот развитие моего жнецов. Я посмотрел у Гугла, я написал развитие моего жнецов, и она мне дала эту картинку. Вот. И вот, ребята, я думаю, что мои размножаются, они чувствуют себя отлично. Самое главное, то матка чувствует себя отлично, и это самое главное, что если матка чувствует себя неприятно, какая-то может, может какая-то вода, я подозреваю, она уйдет из гипса, потому что это гипс, если ты его знаешь, то муви уйдут, потому что муви чувствует влагу, если она перевлажнена, вот, у меня здесь ватка стоит, и ватка вода, и они постоянно здесь песок насыпают, это значит, что они чувствуют, что очень много влаги, и они песком засыпают. Так у меня тоже было, когда я меня чуть-чуть перевлажнил, они на часик ушли вот здесь, потом они вот здесь, вот, я чуть-чуть перевлажнил, наверное, 7,5 литра налил. Вот так вот. Вот. И это хорошо. Нет, то пережил в них это плохо, потому что это ужасно. Если
матка чувствует, если матка не хочет в гипсе, это очень плохо. В матке может, потому что я приложил, если приложить не надо, все это, если матка не убежает гипсе, то это плохо. Видите, она вот здесь, это вот паника. Если она убегает, в арену, это значит, что она очень трезвом ситуации. Вам не нужен этот часик подойти к мавьям. Вы закрываете сюда вот ткань, убираете крышку, вы просыпаете сюда вот и к ткань. Вот, чтобы она чувствует себя отлично, там она в доме побежала. Вот так вот. Потом через часик вы откроете. Вот. И все. Это очень хорошо. Я очень рад с покупкой. Спасибо на сайт OnPlanet. Они мне научили, как увлажнять, как кормить, как все это вот делать. Вот, спасибо за поддержку. Я вчера спрашивал, как ухаживать за мной, как ком засыпать, как мучные черви. Да, у меня есть мучные черви. Сейчас вам покажу. Вот они, мучные черви. И OnPlanet мне сказали, вот такая фирма, OnPlanet мне сказали, что когда у вас меньше 70 колоний, меньше 70 муравьев, гнездов, то лучше не надо. Когда у вас больше 70 колоний, ой, или 50, я не помню. Ну, короче, если меньше 50, то лучше не надо, потому что вы забрасываете, и он ей будет очень переживать. И матка будет бегать там. Вот. Если у вас больше 50, то надо мучные черви раз в неделю. Один раз в неделю. Вот. И, наверное, вам покажу через месяца два. Вот, видите, черненький, вот. Черненький, но я вижу, что она очень черненький, у вас, наверное, будет светло. Вот. Я очень рад, ребят. Всем пока. Подписываемся на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Я буду вам новости моих муравьев. Если будет очень плохо, я тоже буду рассказывать, как если вы купили мой инфему, если хотите приобрести, я покажу, что делать не надо и что надо делать надо. Ламочка, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, например, на колокольчики, комментарии оставляйте и рекомендуйте всем своим друзьям. Все, я вас прощаюсь. И как вы, пишите в комментариях, как вы каникулы празднуете. Потому что у меня уже начались каникулы уже дней 3 назад. Ой, дней 5 назад. Вот, дней 5 назад у меня начались каникулы. Мы 31 мая учимся, вот. Мне через 5 дней назад начались каникулы. Напишите, у вас начались или нет. Вот, ребята, всем пока.